Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 15 июля 2021 года. Растение. Богатая невеста. Ботаническое название. Эуфорбия маргината. Относится к семейству молочайные. В народе кустарник называют горный или ранний снег, молочай или богатая невеста. Это травянистый кустарник с многочисленными веточками, густо покрытыми пестрой листвой. Внешне он напоминает кружево и является ярким украшением сада. В зависимости от времени года оттенок листьев меняется. Весной светло-серый, летом во время цветения белоснежный. Вот сейчас идет на лето. И белоснежный, как будто богатая невеста. На верхушке стеблей распускаются мелкие цветочки, которые придают кусту дополнительную декоративность. Смотрите, миленькие, там миленькие-миленькие цветочки. Манюния-манюния. Смотри, ну, видно, да? Видно. Цветение продолжительное. Начинается в середине лета и заканчивается в начале осени. После усыхания соцветий формируются семенные коробочки. Позже они растрескиваются, и семена разлетаются в разные стороны. В естественной среде размножаются самосевом. Так что, ребята, эуфорбия маргината или же горный или ранний снег, или же молочай, или богатая невеста размножается самосеевом. Она считается однолетнее растение. Но из-за того, что размножается самосеевом, семена высыпаются, и оно цветет постоянно на одном и том же месте. Красиво, да? Красиво. Если так, да? Богатая невеста. Или ранний снег. Или молочай. Ближе, 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 ближе. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребят. Богатая невеста. Красава. Красиво.